Дамы и господа, представляю соперников. И первым бойца в синем углу. Ему 27 лет, росту 93 сантиметра, вес 119 килограммов 100 граммов. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. Два боя и две победы, представляющие Пятигорск, Россия. Вот он, Рамазан Исаев! А вот его соперник в красном углу. Бойцу 31 год, рост 187 сантиметров, вес 114 килограммов 100 граммов. Его стиль — бразильское джиу-джитсу. Профессиональный рекорд бойца. Один бой и одна победа. Представляющий Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Вот он! Пуя-ра-хма-ни! Рефери в октагоне Гирихан Шабилов. Вновь тяжеловесы. Клетки Эйси, Янг Иглс, Рамазан Исаев. В синем углу, в красном, Пуя Рахмани. Все готово к началу встречи. Помладше будет немного Исаев. 4 года разницы. Первый раунд. Действительно, большие парни сейчас в клетке. И видно, что по габаритам Рамазан не то что не уступает, а явно превосходит оппонента. Да, вот сейчас это отчетливо стало видно. С комментаторской позиции несколько иначе все. Мы смотрим снизу есть вверх. Попадание. Хороший, да, оверхенд. Через руку Рахмани попал. Чисто. И продемонстрировал очень хорошую скорость. Пытается прессинговать Рамазан Исаев. И выбрасывает колено. Ух ты! Как воспользовался шикарно Рахмани вот этой ошибкой. И сразу же оказался сверху. Вот вам и спарринги, возможно, с Хамзатом Чимаевым. Боковой контроль, но опять же база джиу-джитсу. Рахмани, не будем об этом забывать. Да, очень здорово отключал на первый взгляд правую руку. Но здесь Исаев защищается. Заходит с расчетом сразу же уже на удушающий через руку. И возможный переход в боковой контроль, но с другой стороны. Экшен, экшен! Ну, для этого должно быть и место, и в целом еще нужно преодолеть. Вот так перепрыгнуть действительно, потому что там хорошо защищается бедром. А колено уже пошло, смотрим. И понимает прекрасно всю эту опасность Рамазан Исаев. С первого раза не получилось. Да, намекает вновь на активность Гирихан Шабилов. Здесь практически распятие. Да, и это прям опаснейшая ситуация. Что, теперь север-юг? У нас вот новый Артем Резников в тяжелом весе. Ух смотрим, ты! Смотрим, смотрим, смотрим. Верят в этот сабмишн. Пуя Рахмани показал большой палец. Тем временем Рамазан Исаев. Еще есть возможность наносить удар из этого положения. Пытается отжать голову в обратную сторону. Ой-ой-ой, нельзя. Да, в затылок бить нельзя. Затылок не бьем, синий. Прячет голову, но опять же продолжает поступать кислород. И, кажется, Исаев может перетерпеть этот сабмишн. Нет, не получилось. Сразу же колено на голову. И вот это да! Какой контроль от Рахмани. Все чувствует, еще локти полетели, полный маунт, середина раунда. Да, просто, конечно, брутальнейшее пока выступление Пуи. Напомню, в этом году уже зажгла звезда одного тяжеловеса, очень мощного, это Марсель Сычев. Очень круто он выступил в Сочи, а здесь что? Здорово. Да, все. Все. Да. Задушил, друзья, Пуя Рахмани. За 2 минуты до конца. Великолепное выступление. Невероятно. Бойца из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, это прям не заявочка, это заявище. Сверхуверенное выступление. Причем пробовал разные варианты Пуя Рахмани, что там, ручной треугольник провел. Okay.
На середину, Рамазан! Вот такие тяжеловесы зажигаются в AC Young Eagles. Не знаю, как вы, лично я бы уже сейчас посмотрел бы с огромным удовольствием бой Рахмани против Марселя Сычева. Да и вывеска отличная. Сюда, Рамазан! Фактурные большие парни. Оба сюда, на центр! Ну и также не забываем, уважаемые дамы и господа, время остановки боя 3 минута первого раунда. Удушающим приемом победу одержал боец в красном углу клетки боя Рахмани! Поздравляем Рахмани! Друзья, вы аплодируете для Рахмани! Это был невероятный поединок, классное выступление. Что ты чувствуешь после этого боя? First, Assalamu alaikum Krasnodar. Thank you so much, ACA. Thank you so much for making this happen after a long time. You guys give me fight. Thank you so much. And I'm here. I have contract with ACA. Anyone, anytime, I'm ready. Next month, next week, I'm ready here. Thank you, my coach, my team, my other coach in Dubai. Thank you, my sponsor. All sponsor, thank you so much. Yeah. Благодарить в первую очередь за возможность выступить. Готов в любое время ворваться в следующий поединок. Благодарить свой тренерский состав здесь, тренера, в том числе в Арабских Эмиратах. Когда ты сможешь выйти в клетку в следующий раз, и, может быть, у тебя есть имя оппонента? I fight around 45 days ago, and then I'm ready for next fight again 45, after 45 days. I'm ready anytime. If they say tomorrow we have opponent for you, I'm ready for him. Если скажут, то готов Поя Рахмани просто уже завтра выходить. Поэтому дайте шума для Рахмани! Ваши аплодисменты победителю!